В 2017 году впервые мы провели такую акцию под названием «Пасхальная корзинка». Вот. В прошлом году в связи с такими различными обстоятельствами мы не проводили эту акцию. Смысл акции таков. В наших основных магазинах «Евроопт», «Виталюр», «Дом торговли», «Потсдам» будут работать волонтеры с флаерами. И каждый желающий сможет предпоследние выходные перед Пасхой сделать доброе дело. В флаере будет написано пошагово, что сделать. Вот, помощь, которая будет оказываться, это люди, ну, нуждающиеся. Это инвалиды и семьи многодетные, нуждающиеся в такой помощи. Вот, ну, принимаются и продукты не портящиеся, и какие-то вещи бытового назначения, там мыло, шампунь, зубная паста. Вот, то есть, ну, такая традиция есть перед праздниками делать какое-то доброе дело, поэтому вот предлагается принять участие в этой акции. Ну и желающие, можно и в храм тоже что-то принести, тоже священники будут примут. И потом после Пасхи мы все это раздаем по адресам, по назначению.